техе, час настал, час по техе, за его! Здорово, Рундл-Мундл. Здорово. Как твои дела? Да нормально, все, все нормально. Слышал, ты поступил в разведшколу. Ну да, типа этого что-то произошло. А куда готовишься разведчиком? Блин, ну это как бы тайна. Да ладно, тайна. Государственная. Опять, небось, в Новую Зеландию. В Новую Гвинею. В Новую Гвинею? Да. А, ты думал, в Новую Зеландию. Не-не. Я там видел, ты там что-то, какой-то новогвинейский ручной пулемет приспосабливал куда-то. Как-нибудь обзор проведем. На этот пулемет. Пулемета. Ручной новогвинейский пулемет. Ну и сколько вот ты будешь учиться в своей разведшколе? Сколько? Когда у тебя экзамены-то будут? Я, в принципе, только поступил. Ну, примерно, наверное, с полгода, наверное, буду. Ага, потом экзамены, и куда? На антарктический шельф на экзамены поедешь. Ну да. Ты слышал, что американцы вводят военные корабли на антарктический шельф? Ну да. Ну как бы я не могу об этом распространяться. Ну я понял, но ты освоил там это, стиль пингвина. Стиль пингвина. Ну да. Пьяного пингвина. Стиль пьяного пингвина. Ну да, типа этого. Там что, блядь? Морские котики, пингвины, ну, стиль да, пингвина. Морской леопард. Там. Морской леопард. Ну да. Стиль морского леопарда. Ну да, да, да. Ну тебе надо, наверное, будет сначала научиться показать оскал старого морского леопарда. Хищник, зараза, блин. Хищник? Ну, конечно, знаешь, как этих тюленей до моржей гоняет. Гоняет, да. О, блядь. Но стиль вот пьяного пингвина. Пьяный пингвин – это самый крутой стиль вообще. Да? Какой может быть. Ну, а это самое, там вот ты сейчас что, на стрельбище ездишь там или куда там, что, в снегах там или где, как вот у вас происходит? Ты ж видишь, какая погода у нас. Да я думал, на коньках вы там катаетесь. Не, на коньках, да. Ну, я умею на коньках, конечно. Да ты что? Ну, конечно. Ты ходил на какую-то ледовую арену, что ли? Я? Да нет. С детства катался. Ага. Ну и достиг каких-то успехов? Да успехов, да нет. Профессиональных успехов никаких. Ну так, любитель. Ага. Любительская. Ну а у вас вот в разведшколе у всех такая форма, да? Ну, вообще не у всех, но... Я вам вижу, тебе значок уже за успехи дали. Да, да, да. Ага. Шапки у вас какие-то интересные. Шапки вообще, да. Классные, да? Ну да. Ну это, ну как, не для улицы ходить, это вот когда в школе там. Вот, на плацу такое. Там, да? Вот, ну, на плацу мы так особо не занимались, конечно. Ага. А ну, физкультурой там занимаешься, если или нет? Физкультура, а как же физкультура? А стиль пьяного пингвина, где ж мы проходим? Ну, понял, закаливайтесь, наверное. Ну, закаливаемся, да, обязательно. Ну, я слышал... Антарктический шлейф, ну как, куда? Шлейф? Я слышал, там Роганов заставляет вас в прорубь нырять. Блин, ну да. Роганов там главный по вот этим штукам. Ну да, тренер. Тренер, да? Да, по нырянию в прорубь. Ну, конечно, вот он, наверное, в совершенстве владеет стилем пьяного пингвина. Стилем, ну да. Ну, он там что-то, да, слышал, я там ушел. Там. Да, интерны у нас преподают. Разведшкола имени Роганова, я так понимаю. Разведшкола имени Роганова, это великолепная школа. Она еще себя покажет на антарктическом шельфе, я так думаю. Да, да, мне кажется, покажет. По любасу. Там, наверное, раз, два, три, все погнали в прорубь прыгать. Прыгают здесь, в оку, а выныривают на антарктическом шельфе. Да, ледокол пускают. Чтоб всплыть можно было. По оке. Толстый, блин. Пускают ледокол по оке, блин. Тут есть. Был ледокол, во всяком случае. Был ледокол? Да. Откуда? Ледокол стоял тут, пришвартованный был. Хорош-то. Ну я тебе серьезно говорю, ну не такой этот, не атомный там этот там Таймыр, Ленин там какие-то. Как такой обычный. Как дизель, назывался? Я не ледокол Самохин. Родненький. Родненький. Ледокол родненький.
О, круто, блин. В каком году он тут был? Ну, это было, сейчас скажу, в начале 2000-х. И что, он тут лед колол, что ли? Ну, да. А зачем? Ну, как, чтобы плотину не это... Плотина-то старенькая тут. А я думал, там он лед колол, чтобы эти водяные трамвайчики там плавали. Нет, даже трамвайчики зимой. Там эти, калоши, они там отдыхают, у них затончик есть такой. А, да я видел, где это. Кладбище. Там же, кстати, и находятся эти входы в катакомбы. Ага, отлично. Вот там-то ваша разведшкола и базируется, я так понимаю. Не выдавай. Круто, круто. Ну, пожелаю тебе. Желаю тебе успехов всяческих там на антарктическом шельфе. Ну да, на сдаче экзаменов. С этим. А сырую рыбу вас еще есть не заставляли? Ну, пока не дошли еще до этого, но, наверное, будут. Будете, да, сыроедением, ну, да, занимается? Да, да. Строганина. Строганиной, да? Ну да. Знаешь, как строганину правильно есть? Есть, еще не знаю. Ее берешь, настрогал, уксусом полил. А, ну, спирта хряпнул и строганиночкой. Да. Там уксус льешь, строганина размораживается и закусываешь. Но ты ж видишь, что Роганов-то алкоголь как бы не приветствует, да? Не приветствуется, да. Ну тогда придется блядь, на сухой уже. Один уксус пить, блядь. Яблочный. Яблочный, ты обожаешь яблочные уксусы. Ну да. Слушай, а на яблочном уксусе сварить можно? Да. На яблочном не знаю, на простом может. А на яблочном не пробовал ни разу. Труханет. Труханет? О, блядь. А что, а почему труханет? А есть еще виноградный уксус. Виноградный, винный. Много разновидностей уксуса. Но это все не то, да? Нет, конечно. Нужен обычный. Ну, нужна, да, эссенция.